Я так понимаю, что проблема заключена в том, что с мигрантами, что властям все равно выгоден труд мигрантов, он дешевле. И они всячески объясняют, что без мигрантов никуда, потому что их труд позволяет получать многим людям сверхприбыли, и от этого никуда не деться. Если это кому-то выгодно, то они будут получать, и у них есть возможность привлекать труд мигрантов, есть свое лобби, они будут этим заниматься, и те проблемы, которые это будет вызывать в дальнейшем, но они их не так интересуют, как та прибыль, которую они будут получать сейчас.